Здравствуйте всем людям. Мы семья с Херсона, которые пробыли в оккупации 10 месяцев. На данный момент мы находимся вместе в городе Киеве. Эвакуировались после прилета, который прилетел в Сельпо. До этого к нам 3 раза прилетало во двор. Первый это был прилет 3 декабря, потом 15, потом Сельпо это стало точкой, и мы переехали в Киев. Хотим очень сильно мира и добра для всех людей. И будем очень признательны и благодарны, если откликнутся на нашу мольбу и просьбу в помощи.